Всем привет! Вы на канале Масики Твинс, на канале Новый Влог. Мы заехали разогреть баньку, потому что температура уже опустилась до минус двух. Ой, не на минус двух, а до плюс двух. А там, слышите, что за звук? Это наш папа. Одолжил бензопилу у дяди Коли Брошоу. И что творят канадцы? Губит дерево! Губит дерево? О, ты мне подставочку? Занесешь потом к камину, я кину, хоть сгорает. Сгорает? А ты мне можешь такой спил сделать? О. Спил можешь такой сделать? Могу. Подставочку. Большой? Да. Чтоб уже такой чистый с двух сторон был? Да. О, смотрите, пила сама ездит. Короче, сделаю подставочку. Это надо подметать теперь. Ну вы пошли. Я в мусор. Видали, что творится? Ну и что вы думаете? У нас безотходное производство. Мы вот эти вот опилки хомякам сейчас. Взяла лопатку, мешок, мусорный пакет. Сейчас будем собирать. Ну что? Получился пакет стружки. Для хомяков будет то, что доктор прописал. Подсыпка в клетку. Наполнитель. А это сейчас приберем. Пойду еще покажу, что папа там пилит. Конечно, бензопила как по маслу, да? Что? Как по маслу. Как по маслу. А у нас вечер и просмотр Птушкина. Что мы сегодня смотрим? Лафатены и Шпицберген. Очень необычное Заполярье. Большой выпуск. Короче, мы на час... Уходим в кино. Да, классненько так у нас, елочка. Последние денечки. Ну, не денечки, а неделечки. Неделечки последние, когда елка. Сейчас скоро убирать ее. Ну что, запускаете? У кого пульт? Я тренжу и жду. Мы будем с вами исследовать заполярную Норвегию. Я знаю, что заполярная звучит вообще не сексуально. Папа наш пока пошел в администрацию, кое-какие документы отнести надо по Малиновке, так как мы там делали перепланировку. Нам надо это все заверить, точнее. Федор, ты куда пропал? А мы с Федькой гуляем тут возле елки. Это елка нашего московского района. Папа пошел в администрацию. Уже скоро соберут все елочки и будет не так красиво. Вот видите, тут у нас такие зонтики. Вечером светится красиво очень. Вот такая вот красота. Федор Сергеевич сегодня утром проснулся, смотрит на улице солнце, да? И говорит, мама, лето, шорты доставай, короче. Вот какие у детей ассоциации, да? Что если солнце светит, все, лето пришло. А тут вон елки. Какое лето? Елки. Короче, гуляем мы. Украшение дома. Украшение дома, да. Мальчишки в школе,
Соня дома делает уроки, а мы гуляем. Сейчас, кстати, да, сейчас светло, мы поедем на Малиновку. И у нас там уже, ого-го, сколько всего поклеено, покажу вам. Да? Да, и папа. И папа, конечно, как же без папы. Загрузили с Малиновки целую кучу. Чего, папа, мы загрузили целую кучу? Леса. Дерево. Короче, всякие деревяшки. Деева. Там опустошаем потихоньку, потому что уже никаких высоких работ. Да, уже таких и грязных работ быть не должно. Да, не будет. Потихонечку. Убираем, развозим, увозим. И будем тут вместо дров использовать, да? Что-то пойдет, как материал спрячу. На баню закину. А что-то да. Будем что-то строить будет. Новый дом на даче. Делов-то. В гараж, наверное, в гараж. Я лучше навес. Навес? У папы мечта все закрыть вот такими штуками. Вот сколько еще у нас всяких деревяшек. Ну что, пап, машину разгрузили? Да, осталось сложить как-то. Осталось как-то сложить. И что у нас сегодня? Все, едем домой? А, председателю, и я сегодня возвращаюсь в большой спорт, иду наконец-то на тренировку. Сегодня, представляете, в шоке. Да, хотела записаться на тренировку, места уже не было. Давно. Вообще такого не было у нас, чтобы все места заняты уже в обед были. Короче, все решили уже худеть к лету, да, Федюня? Да. Но освободилось два места, папа, и я записалась. И папа уже будет вот эти вот бревна. Бревна, это доски, а не бревна. Бревна это вот когда круглые. Короче, заканчиваем, едем еще к председателю и домой. Наверное. А сегодняшний влог заканчивается сегодняшним ужином. Я убираю телефон. Ужином, да, у нас новые правила. Только да. У мамы. А мама снимает окончание влога. Мы кушаем домашние пельмени с салатом. Пьем минералочку. Я пью водичку. Ты, Федька, что пьешь? Водичку? Он ничего не пьет. У него водичка налита, но он не пьет. Да. Папа сделал соус какой-то, видите, кетчуп, легко, сметана. Легко, сметана, кетчуп. Горчица, можно чеснок добавлять. Короче, у нас еще тут стоит елочка, мандаринки. Надо было купить острый этот острый перец и немножко добавить соус. Да, да, вот да. Бы дети удивились бы. Всем пока, ждите нового влога. А нам приятного аппетита. Приятного аппетита.